Офис-то тот у вас нету. Чего нету? Что забирать? Вот это. Или все вместе пусть будет? Да, конечно. Все будет. Так, китель. Школа, книжечка. Угу. Так, курсовки-то нету? Черная. Куда она? Не нужна ведь? Не знаю, что придет, видео покажет, куда нужно их делать. Вот это сюда. Это под опросом большим, сюда, да? Угу. Это сюда, наверное. Какие погоны будем делать? А у него платья какие? Вышитые или пустизолевые? Потому что я не знаю, какие у него. Ясно. Так, у вас по сантиметру идут. Пуговки где? Нету. А какие уже пуговки? А? Сюда? Да. Так. На рубашку-то погоны не дали вам? Вот все, что нам дали. Угу. Больше ничего нету. Китель понятно. Это на верхнюю одежду, это на китель, значит. На китель, ага. Это убираем. Сейчас. Пошлите с брюками разберемся. Спасибо. Ага, снимаю. Снимаю. Да, я вам положу. Кинула, чтобы ногам. Так, поворачиваемся. Ремень носим? Да. Будешь с ремнем носить? Да, с ремнем. А ты взял с собой ремень, Данюш? Да не, не обязательно. Не буду здесь. Нет, все остальное есть. Да? Есть. Выпрямись, расслабься. Угу. Обувь гражданская, да, будет? Нет, обувь ему выдали. Каблук какой? Вот такой каблук и будет. Такой, да? Большой, да? Да? Угу. Брюки-то не стиранные? Ничего не стиранное, только нам выдали вчера все это. Нет, куда вот? Сильно заужать тебя не буду. Худощавый, высокий, а то слишком обтянул. Угу. Красиво будет. Да, сильно не надо. Вообще же он оденет, будет минус 16 на улице, он оденет этот... Термобелье. Да, 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 термобелье, да. Добрый, слушаю вас. Ну, конечно, если вы мне машете, значит, не первый раз. Я-то сквозь маску не вижу. Не стирано, я вам прибавлю на усадку после стирки, чтобы короткие не были. Ага. Вот. На один год брюки, да? Данюш, да, ну сколько ты дали? На один год дали? Ну все, тогда не буду. Это, все. Я понял. Все, он переодевается. Они вот только... Я сейчас вам все расскажу. Полочки какие классные. Матроски. Флаги. Вот такой флаг 750 рублей. Там что-то нормально сюда? Да, все. Сейчас он немножко подберет тебе. Нашел видос. Да, сейчас.
рубашка-то нормально? Или... Нет, рубашка нормально. Погоны-то на рубашку носите, не носите? Нет, на рубашку не надо. Ну, ладно. Ого, люди, смотрите, какая машина. Сейчас Даню провожала в школу, но смотрела в окно. Увидела вот такую машину с мороженым. Интересненько. На улице у нас опять, смотрите, морозы. Минус 10. Ночью было минус 13. В общем, опять весна ушла. Все очень холодно. О, видите, какая машинка? Выбежала ради вас на улицу. Холод, знаете, какой неимоверный. Поняли? Ну, четко. Поняли? Да, шикарно. Брюки одевайте, мы же заужали их. Давай посмотрим. И киты сразу на киты. Так, вопросы возникли у нас по фуражке. Филиграни у вас там не хватает. Сейчас Сергей подойдет. Угу. Бери это, да? Все отварено, очищено. Угу. Да? Все шикарно. И это аналогично. Я же думаю, что вы должны знать. Конечно. Ну. Только работаем не со всеми. Ну. Так. Все четко. Можешь рубашку. Точно она держится. Нет. А где тут ремень, кстати? Ремень там в шапке лежит. А, хорошо. Хорошо, все отлично. Давай фуражку. Угу. Так, ну чё? Мне кажется, ты всё понял. Вот, короче, тут видишь, типа, идёт внутрь, а это выпукло. Вот выпукло. Угу. Вот выпукло. Вот это, наверное, разница. И в подошве это чуть другая. Ну. Те у тебя закрываются? Эти? Да. Что-то у меня не закрываются они почему-то. Закрывается только очень туго. Надо что-то разработать его. Да? Ну куда его пробовать? На. Все армейское. А знаешь, что вообще прикол? Вот, короче, вот тут за листавка более мы сильно его более очень сильно ощущаем. Угу. А тут ее не ощущаешь. А ты же такие же? Угу. Другие новые. А? Другие. Другие, может, что-то. Друзья, в общем, смотрите, мы отвозили все в военное ателье. Сереж, покажи. Ну, просто чтобы я издалека показывала. Ну, то покажи, сними это, чтобы первое. В общем, все сделали как надо, отпарили. Сейчас, кстати, скажу вам, сколько это стоит, удивитесь. Людей пугать. Стоит это немало. Кстати, видите, все тут как надо сделали. Вешай обратно, я покажу это. Ага. Вот завтра Даня поедет на мероприятие. Они там будут, значит, будут маршировать, стоять у вечного огня на Поклонной горе. В общем, нести службу. Так, Дань, покажи. Вот. Все пробили. Все сделали. В общем, все отлично. Вот, так что вот такая форма. А, брюки. Брюки ушивали по Дане, все. И покажи, Дань, ботинки. В общем, ботинки нам выдали столько летние. Мы в прошлый раз показывали. А завтра, о, холодно. Сегодня вот до минус 10 градусов. И вот, в общем, вот такие они купили. Ботинки стоят 5500. Вот они на меху внутри. Покажу. Видите, внутри мех. Второй размер. Вот. Ну а все вместе, в общем, вот то, что отпарили,
В общем, вот это все нашили, вот это все отпарили пальто, рубашку. Еще вот шапка у Сережи, ну, Сережа сейчас ее держал, вот такая зимняя, но он пойдет завтра в зимний. И вот плюс берцы вот эти праздничные, все это стоило 13 с чем-то тысяч. Вот, вот такие цены. Ну, кстати, у них некоторые подшивали сами, но это, конечно, нужно знать, как подшивать, и выглядит это не очень, кто сам подшивал, потому что здесь вот нам говорили, ну, видео я вставляла, что, или ставлю, Сережа снимал, когда это все, значит, они заказывали, что вот тут должно быть определенный там сантиметр, в общем, ну, по определенному надо все это подшивать, делать, вот так, ну, в общем, красота, вот это наш чехол, вот завтра у Дани такое мероприятие. Да, завтра, когда он оденется и будет выходить, я сниму, как он вот полностью в пальто во всем. Мы снимаем видео. А, ну, это видео? Я думаю, нет, это ты фотку снимаешь. В общем, смотрите. В общем, смотрите, видите? Вот завтра он пойдет так, но у него будет шарф еще. Белый, да. Вот. Вот так классно все это выглядит. Еще вот мы сняли сейчас эту верхнюю одежду, в общем, вот так он будет в, в помещении. Очень хорошо, кстати, все пришили, смотрите, какая красота. Все. Так, ладно. Четкий пацан. Даня уже устал мерить, поэтому все. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays.